Несмотря на огромную популярность, Юрий Шатунов не страдал звездной болезнью. Поклонники любили его за искренность, которая чувствовалась в голосе, в каждой песне, в каждом интервью и выступлении. Экс-солист группы «Ласковый май» часто рассуждал о своем призвании. Шатунов всегда удивлялся, когда спрашивали, в чем секрет его популярности. Он отвечал, что никогда не делает чего-то специально, чтобы заслужить любовь публики. Юрий просто выходил на сцену и был искренен. На его концертах не было никаких грандиозных декораций, наряды были скромными, а подтанцовки и вовсе не было. Без всех этих атрибутов артисту удавалось часами удерживать внимание огромных залов. «Я всегда был счастливым. Если ты несчастлив и злой выходишь на сцену, это видно. Ты должен дать заряд энергии, чтобы люди были веселые, довольные, с улыбкой, на позитиве. Вот по сути профессия артиста. Я волнуюсь, находясь за кулисами. Но как только ты сделал шаг на сцену, все, ты там, где ты должен быть. И ты должен сделать так, чтобы те люди, которые на тебя смотрят, поверили тебе», — рассуждал исполнитель хита «Седая ночь» в одном из последних интервью. Юрий был не только успешным артистом, но и прекрасным семьянином. Со Светланой он познакомился в нулевых в Германии. Они встречались 8 лет, прежде чем официально зарегистрировать отношения. Вскоре на свет появились Денис и Эстела. В какой-то момент певец поставил карьеру на паузу, чтобы больше времени проводить с родными. Для него жена и дети всегда были на первом месте. «Я на протяжении 3 лет не давал концерты. У меня не было больших гастрольных туров. Получилось так, что слишком заработался. И когда ты приезжаешь домой, а тебя твои дети не узнают. Это было действительно так. Мне пришлось остановиться и подумать, не слишком ли я много времени уделяю своей работе, а семья обделена моим вниманием. Сделал паузу, подумал, что мне делать дальше, решил восстанавливать все, занялся студийной работой», — приводит слова звезды в эксклюзивном интервью. Не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всех событий, а также обязательно оцените ролик. До встречи!